Я вас приветствую, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. В районе Махмутлар продается хорошая просторная 2 плюс 1. Квартира под ключ. Проект с хорошей инфраструктурой. Год постройки 2014-2015 год. Расстояние отсюда до моря максимум 750 метров до дороги, а оттуда еще где-то 40-43,5 метров до воды. Крытый бассейн, открытый бассейн, ухоженная зеленая территория, сауна, хамам, все работает, айдат 700 лир. Бытовая техника фирма БК. Высота потолков 265-207 сантиметров. Так. Телевизор фирма Botech. Есть хорошая прихожая, встроенный как бы шкафчик. Угу. Так. Первая спальня 12,5 квадратных метров. Вся полезная площадь минимум 100 квадратных метров вместе с балконом. От стены до стены. Я отмерял лазерным измерителем, за это на глаз уже могу сказать, сколько здесь квадратных метров. Здесь 1,5, 12,5 между ними. Так как есть проход нормально, с той стороны кровать 180 на 200, и сюда можно шкафчик еще установить платяной. Кондиционер фирмы Бека. Два санузла. Первый санузел. Проточный водонагреватель фирмы Bosch. Тут в спальне у нас 15-17 квадратных метров полезная площадь. Сторона южная. Санузел. Второй. Заезжай и живи. Нормальная квартира. Планировка тоже хорошая. Кондиционер Бека. Стоит также конвектор. Фирма Nomo. Nobo фирма. Здесь у нас один большой балкон, застекленный. Рядом есть сеть магазинов, как Migros, Shock, BIM. Ресторан рядом с Арысой. Там Konak Tower. 3M Migros в той стороне. До 3M Migros расстояние 500 метров. Сейчас спущусь, сниму вам инфраструктуру, дорогие зрители. Вы ставите лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на наш канал. Цену сейчас не буду говорить, потому что ролик досмотрите. На этаже у нас 2-4 квартиры, 2 лифта. Здесь у нас лесенки. Вот такой зелененький садик. Есть открытая парковка снаружи. В этой стороне бассейн. Фасад здания. Вот такой. Лифт 2017 написано. Не знаю, может 2017 год, но помню, что 2014-15. Там зона барбекю наверху. Тут горочки и бассейн. Ага, внизу крытый бассейн. Он, наверное, не работает, конечно, сегодня. Да. Открыто. Летом все функционирует здесь. Зимой. Пардон. Вот здесь большой крытый бассейн, раздевалка, сауна. Пока видите, они поставили, что закрыто. Айда 700 лир. И стоит из двух блоков. В той стороне открыта парковка. И все, дорогие зрители, это жара.
Не хочется много гулять. Есть видеонаблюдение. Код. Набирайте и входите на территорию. Цена, дорогие зрители, 143 тысяч евро. Район пока не подходит под ВНЖ. Так что, может быть, откроют. Слухи есть. Но пока, насчет этого пока ролик не снимаю. Экономические вопросы, политические вопросы, вот эти все. Я, наверное, сниму ролик в сентябре, октябре, когда будет все ясно. Ставим лайк, подписываем на наш канал. Также есть у меня другие варианты, обращайтесь. Всем пока-пока.